не было нынешним летом большей заботы у саратовцев, чем забота об урожае. Свыше 4 миллионов гектаров хлебное поле области. В жатву включились все, и хлеборобы, и горожане. По опыту ипатовцев, в области были созданы 1033 уборочно-транспортных комплекса. В поле вышли 20 тысяч коммунистов, 18 тысяч комсомольцев. Стояла задача – обеспечить высокий темп и качество уборки. Применяя прогрессивную технологию и четкую организацию, успеть собрать и сохранить богатый урожай. Областной штаб, штабы горкомов, райкомов партии и хозяйств осуществляли оперативное руководство. Использование техники, развертывание социалистического соревнования, политическое, культурно-массовое обслуживание жатвы координировались здесь. С первого дня в соревнования включились уборочно-транспортные комплексы, звенья, комбайнеры, шоферы. В помощь сельским труженикам прибыли отряды горожан, владеющих профессиями механизаторов. В 20 районах доставка зерна на элеваторы велась по часовым графикам, разработанным электронно-вычислительными машинами. Четко, без потерь, шло зерно в закрома государства. августа. Собрание областного партийно-хозяйственного актива принимает новые повышенные обязательства продать государству не менее 4 миллионов тонн зерна, что на 500 тысяч тонн больше, чем намечалось раньше. Размах и напряжение работ возрастали с каждым днем. Борьба шла за каждую минуту, за каждый колос. Каждая победа звала к новым успехам.
Оперативный маневр техникой позволял максимально использовать ее возможности. Среди героев жатвы звено колхоза «Путь Ленина» Марксовского района, которым руководит герой социалистического труда Леонид Петрович Якунькин. Сюда, на передний край, выехали художники. Более к агрегатам перенесли свою работу участники художественной самодеятельности. Битва за большой саратовский хлеб шла и днем, и ночью. Напряжение, усталость, все отступало перед желанием успеть собрать весь урожай, сдать как можно больше хлеба родине. Сентября. На площади революции в Саратове состоялся митинг. Герои жатвы рапортовали о сдаче государству 4 миллионов тонн зерна. Взяты новые повышенные социалистические обязательства. Засыпать в закрома родины 4 миллиона 750 тысяч тонн зерна. И опять штурм. Новые адреса героев жатвы. Новоузенск, Дергачи, Пугачев. Сентября. Область рапортует. Новый высокий рубеж взят. Жатва 1978 года войдет в летопись 10-й пятилетки как коллективный подвиг тружеников города и села, претворяющих в жизнь решение июльского пленума ЦК КПСС, решение 25-го съезда партии.